Конечно, я слышу, это вот мангровые заросли эти вот, где вода, вот прибыла вода, и она ну, это... Я не думаю, что здесь хорошо. Да. Лес, лес ивовый лес, затопленный водой. Вот видишь, вот дорога вот пошла, вот все, вот, видишь, все, там, там мартыш уже. О! А этого же не было, да? Нет, она была вода ну, такая, ну, меньше. Там вообще было чуть-чуть. Меньше. Конечно, побольше она становится. Она же прибывает, прибывает. Если бы она убывала. Я бы была меньше, она бы, может, и высохла куда-нибудь. А пока прибывает вода, она будет вот этот ручей. Не знаю, то, где они прямо стояли. Вот так они стояли, поперек стояли. Вот, видишь, вода уже пошла верхом через дамбочку эту. Еще день-два и ее так размоет эту дамбочку, а может и смоет вообще. Ну, смотри, сколько воды будет. Ирисы, да, такие красивые? Ну. Дикий, дикий ирис. Он же тоже луковицей сидит там, луковица. Да, сутки, час дня, сутки прошли, Чебак. Щуки не видели, окуня не видели, и язёк на удочку попался. Два язька, один побольше, грамм 600, другой грамм 250. Ай, чё, канава. Канала. Ну вот яма канала. Mm-hmm. Можно по полю было проехать, конечно. Видишь уже, куда вода. Вот они разливы. Ну вот здесь она тоже узкая. 10 метров перебросить можно запросто спиннингом. Без проблем. Бережок. Как бы ходить тоже как-то. Да я бы не сказал, что прям щурогайт. Нормальная рыбешка.
вообще не огружена резина. Мелко. Очень мелко. Чуть дал заглубиться, все. Трава. Я это что я сделал? Без груза вообще. Без груза вообще. У меня двойник сейчас стоит. Надо овсетник вообще надо ставить. Да тоже будет цепляться что-нибудь. Будет цепляться. Все, травки цепанул. Цепанула травку. Ну что, Пандора, чё ты? Чё ты? Валера выводит рыбу. Тогда героя снимем сначала. Красивенькая, ага, чёрненькая. Красивенькая. Я таких обычно выпускаю или на живца. Меняем место. Теперь едем на карася. Щуки наловили, езей наловили, которым щука мешает клевать. Теперь на карася. Кто там будет карасю мешать, не знаю. Пошел вторые сутки, да? Да. Пошли вторые сутки. Вот, приехали. Приехали на новое место. Третье место. Третье место. Сменили. Нормально, нормально. Сказали, крупный карась, но не клюет. Не клюет, но крупный. Не клюет, но крупный. Сейчас будем думать что-нибудь.